И теперь, как же делать этот офигенный трюк? Нам понадобится iPod и все. Значит, вот такая программка, вот как она выглядит. То есть заходим в App Store. Сейчас. Ась. И вот как она выглядит. Называется Invisible Deck. Вот картинка. Сейчас еще скриншоты покажу на всякий случай. Раз. И. Так, в общем, вы найдете эту программку. Стоит она $3. Я подожду, пока вы купите. Ну, допустим, купили. Очень чуть-чуть поставьте на паузу, а потом снова play. Значит, заходим в эту программку. Что у нас там есть? Значит, how it working. Это первая статья, где я. Здесь какая-то хрень по-английски написана. Я по-английски хорошо читать не умею. Бла-бла-бла. Дальше по картинкам, в принципе, можно понять, как кое-что работает. Хотя сначала вы не будете понимать, о чем идет дело. Вы просто просмотрите, а потом уже все поймете. Просто просмотрите. Ну, как делал я. Дальше. Следующая стадия — это интерактив тренинг. Значит, старт тренинг. Здесь у нас, ну, нам надо найти 6 этих пик. Значит, надеюсь, всем это видно. Каждый на своем iPod или iPhone найдет эту пиктограмму. Если у нас карта от туза до шестерки, мы находим, ну, допустим, масти пик, мы находим масть пики и тянем влево или вправо. Убираем. Дальше. А если от семерки до дамы, то мы тянем вверх или вниз. Если король, то тянем куда-нибудь, как бы так сказать, в общем, по диагонали. Вот так, так, так или так. Дальше. Допустим, нам нужна шестерка. Здесь нарисован такой, как циферблат. Не знаю, как это объяснить. В общем, вы его видите. Его надо запомнить. И когда мы будем показывать трюк, нарисовать его у себя в уме. Дальше. Если нам нужна шестерка, мы просто ставим палец ближе к шестерке и тянем в ту сторону, где она нарисована. Все, у нас перевернутая карта, нажимаем 2 раза, и это шестерка пик. Несколько раз потренируйтесь, и у вас все получится. Да, кстати, при показе непосредственно самого фокуса будет такое, что не сразу появится эта карта, а вам надо будет дальше листать. Я сначала не понял, да, что-то такое. Вроде бы все сделал правильно, 2 карты снял, а там карта перевернутая не появляется. На самом деле так и задумано, что, естественно, ну, чтобы зритель ничего не заподозрил. Вот. Что как бы карта в середине колоды. Дальше. Ну, практик я, если честно, даже не заходил. Не так там потренировался, и все понятно. Дальше. Сеттинг. Настройки, то бишь. А Select Deck. Ну, это понятно. Мы выбираем ту колоду карт, которую хотим. Ну, не знаю, допустим, можно вот эту. Black Ghost. Select. И... Дальше. Бэкграунд менять. Это, ну, может быть, вот такая. Она может быть вот такая и может вот такая. Ну, это понятно. Выбираем. И дальше. Трик мод и меню мод. Если мы нажимаем трик мод, то при запуске программы сразу появляется вот эта вот колода карт. И чтобы выйти, я, если честно, сам не очень понимаю, как выйти оттуда. Поэтому я лучше делаю на меню скрин. То есть, когда я захожу в программку, у меня появляется вот такая штука. Ну, в общем, когда мы... Ну, здесь, естественно, можно посетить сам сайт illusion.com. И мы начинаем трюк. Нажали старт трик. Все, у нас готово. Дальше блокируем наш iPod. Все, готово к показу фокуса. Дальше, я думаю, как сам фокус точно показывать, объяснять не надо. Потому что, ну, зритель выбирает типа невидимую карту, смотрит, переворачивает, бла-бла-бла. Дальше, как будто бы она превращается в iPod. Разблокируем. Дальше, что может быть такое? Можно во время того, как мы разблокируем, спросить карту зрителя. Пусть, не знаю, он тогда называет. Значит, у нас верхняя карта 10 крестья. Если он назовет карту 10 крестья, что мы делаем? Главное ему это, ну, чтобы он это не разглядел, мы просто встряхиваем iPod,
И там уже другая карта. Вот такой вот офигенный трюк. Тренируйтесь. Всем спасибо за просмотр. Трюк реально крутой.